15-летняя девушка просто умоляет британского премьера Терезу Мэй не возвращать ее в украинский кошмар. Несовершеннолетняя украинка Ирина Минич, которую после смерти матери приютила английская семья, ведет многолетнюю судебную тяжбу, чтобы избежать депортации. Девушка говорит, что боится возвращаться на охваченную конфликтом родину. Там 4 года назад выстрелом в голову убили ее мать. Между тем, Министерство внутренних дел Британии на депортации настаивает. И это несмотря на то, что за Ириной там абсолютно некому будет присматривать, пока ее обращения не увенчались успехом. Слушание, которое состоится во вторник, станет ее последним шансом. И если он обернется провалом, то ее отправят обратно на Украину. Однако она заявляет, что боится за свою безопасность. Если я вернусь на Украину, моя жизнь превратится в кошмар. Пока я находилась здесь, я многое слышала о том, что там происходит. Пугающие убийства, грабежи, настоящий кошмар. Это страшно. Ирине было 11, когда началась эта судебная тяжба. За эти 4 года, на протяжении которых она боролась за право жить в Британии, из страны депортировали более 300 несовершеннолетних. Однако, каким бы ни был исход, семья раскалываться отказывается. Приемные родители Хизер и Терри обещают, если им не оставят выбора, они поедут на Украину вслед за Ириной.